Здравствуйте, мои необыкновенные, благородные люди этой галактики. Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим его истинные чувства к вам сегодня. Что скажешь, что покажешь? Ну, по карте колесо фортуны изменились однозначно, да? Здесь идет изменение в его чувствах к вам. Давайте посмотрим, в какую сторону, собственно, изменились его чувства к вам. Угу. По карте Луна, конечно, очень много инстинкта, очень много иллюзий, очень много самообманов. Самообман почему? Почему? Ну, потому что каким-то образом сейчас вы либо же ментально, либо же физически не выходите на связь друг к другу, боретесь. У чувства покажи. Кубковый выходит. Влюбленный. Влюбленный мальчишка. Я действительно люблю тебя. Ты для меня новый мир, ты для меня иная, другая реальность, не похожа ни на что или ни на кого, кто у меня был раньше. Возможно, вы живете, да, в разных мирах, у вас разный образ жизни абсолютно, да, вот по карте колесницы подтверждение. Чувство покажи мне еще. Шанс на что? Он еще хочет действовать как-то к вам. Почему? Потому что он хочет быть его мужчиной с вами на постоянной основе. Он хочет быть вашим мужем. Потому что вы для него любимая, кубковая королева, любимая. Вот так вот, девчоночки, ставьте лайк, пишите, принимаю, благодарю. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.